Вот, получается, я сегодня рано утром вышел с Сорокина. Вчера день как бы спокойный был полностью. Вечером где-то с 8 до 11 постреливали с СПГ, АГС и подствольники. Позавчера довольно-таки жесткий бой был. Укропы подошли на 300 метров, обстреляли наши позиции. Ну, получили по соплям, собрали трупиков и уехали, как обычно.